Я уже предварительно говорил в предыдущих выступлениях, что у нас создана мобильная группа, которая мониторит постоянно пляжи. И вот в одной из таких процедур утром было обнаружено вот два таких вот в кавычках красивых заведения, которые выросли буквально за ночь. Как бы была проведена работа и департаментом безопасности. Они совместно с нами выходили, просили о самовольном демонтаже незаконных этих конструкций. Естественно, получили отказ. Теперь нам пришлось через исполком как бы добиваться того, что мы его демонтируем, и как бы пляж будет чистым. Оба в Черноморке. Оба в Черноморке.